Всем огромный привет! Я вчера попала в магазин Fix Price и ушла оттуда не с пустыми руками. Как всегда, я запаслась своим любимым чаем Лисма, крепкий бергамот. Ну, вообще, этот чай, конечно же, не самый любимый у меня. Просто он неплохой для той цены, по которой продают его в Fix Price. 25 рублей, одна пачка, это очень выгодная цена. Ну и сам чай по себе достаточно вкусный. Терпкий такой, крепкий и приятно его пить. Мне нравится. Из питательного макарон не будет. В этот раз я вышла без моих любимых пасты коллекшн. Но взяла хлебцы. Хлебцы хрустящие, постные. Тут 150 грамм, без дрожжей, без сахара, без жира. Я не помню, сколько они стоили. Продавец, к сожалению, так быстро скомкала чек и выкинула, что я не успела его попросить. Ну, у меня у мамы сахарный диабет, и хлебцы очень даже ей помогают, когда хочется что-нибудь перекусить. Взяла уже не первый раз стебель бамбука, соус сладкий. Они рекомендуют курицу и рису, но я его кушаю и с макаронами тоже. Действительно вкусный, сладковатый такой. Привкус у него на любителя, но я вот являюсь таким любителем. И я знаю, что очень многие любят этот кетчуп. Ну, как он, соус. Уже на кассе увидела кофе. Эгоист называется. Этот кофе 100 грамм идет. 100% арабика. На кассе продавец сразу сказала, что кофе очень хороший, берите. Так. Тут что написано? Кофе натуральный, жареный, молотый, среднеобжаренный, 100% арабика. Способ приготовления тоже тут есть. Ну, в общем, надо его варить в турке. Ну, раз неплохой кофе, то буду пробовать с огромным удовольствием. Тоже на кассе увидела детскую радость. Называется «Я помогаю детям». Это жевательная резинка. Тут идет 18 штук. Вот такие вот шарики-мячики. Ну, прикольно в баночке. У меня ребенок сразу обрадовался. И на столе так, на детском столе. Прикольно будет смотреться. Ярко-красочно. Ну и цена 50 рублей, 18 штук. В аппаратах, в которых там надо прокручивать, и круглые жевательные резинки выплевывает, 10 рублей получается такой кружок. То есть из аппарата я бы вынула на 180 рублей эти 18 штук. А тут 50 рублей. Хорошая цена. Ну, не больно полезный продукт, конечно, но цена привлекательная. Ну, давайте теперь, еда закончилась, с удовольствием. Очень давно хотела вот такой блокнот себе взять. Но у нас его то не завозили, то я приходила, когда уже почти разобрали, и надо было эти блокноты отдельно от скребков уже искать, без пленки, вот без целлофанового. Блокнот для создания гравюр. 16 листов идет и скребок. 55 рублей. Все остальное. Ну вот кофе 99, я не знаю, сказал или нет. Остальное было 50. Хлебцы не помню. Чай 25. Ну вот этот вот 55. Скребок вот так в наборе. Давайте откроем, посмотрим. Интересно. Часто у девочек видела такие блокноты, но вот не могла застать в своем Fix Price. Обрадовалась, что есть. Вот так смотрится. Ну и как он работает. Давайте рисовать. Не знаю. Самое интересно. Вот они должны разноцветные быть. Прикольно, мне нравится. Смотрите, как красиво. Так можно отдыхать. Очень красиво, мне нравится.
Очень неудобно, правда, в обнимку с камерой что-то делать. Но все равно интересно. Смотрите, как интересно. Красиво получается. Не знаю, правда, какие листики у колокольчиков. Но, в общем, вот такой вот интересный скребок. Мне понравился. Понравился, здорово. Вот такая палочка. Тем более, как мы прочитали, 18, да, листов. Можно рисовать и мелкие вещи. А, 16 листов. Здорово. Будем художничать. Еще купила ребенку. Давно хотела такую книгу. Когда я спрашивала у подписчиков, какие книги бы нам посоветовали, нам много советовали Владислава Крапивина, я его еще не нашла у нас в городе. И вот кто-то советовал с девочек Ирину Пивоварову. Рассказы Люси Синицыной, ученицы 3 класса. Ну, у меня ребенок, многие знают уже, учится тоже в 3 классе. И я думаю, будет ему интересно. Давайте я вот так вот поближе покажу. Вы сами уже прочитайте. Поставьте на паузу. Вот так. Такое описание книги, мне кажется, будет интересно. Мы каждый вечер почти по часу с ребенком читаем вслух. Так проводим вечера, прямо непосредственно перед сном. И вот будет одна из книг у нас про Люсю Синицыну. Следующее. Завезли в наш фикс-прайс новые антистресс-раскраски. Давайте я вам покажу. Я купила их 4 штуки. Ну, правда, 3 разных и одну повторила. Цветочные фантазии. Если одним словом, то мне очень эти раскраски понравились. Мне кажется, они даже лучше, чем до этого завозили. Очень красивые иллюстрации. Нет иллюстраций как бы от издателей. Ну, бывает так, что одна страница с раскраской, а это уже как бы разукрашены. Такие приятные альбомные листы и очень приятные, привлекательные сами изображения. Нет слишком мелкого. Вот так. Я думаю, когда это все раскрасится, будет интересно. У меня ребенок интереса не проявлял особого к раскраскам, хотя было, что мы с ним там вместе что-то рисовали. Но вот последнее время я уже его не первый раз ловлю на том, что он сидит и что-то рисует, разукрашивает. То есть сам берет раскраску, фломастеры. Девочки много нам подарили фломастеров, раскрасок и рисует. Ну, это были цветочные фантазии. Сейчас давайте посмотрим следующую. Надеюсь, вам это тоже интересно. Не только мне. В загадочном саду. Вот так она смотрится. Для 50 рублей, конечно, шикарно. У нас в книжном магазине рядом больше 100 рублей каждая раскраска стоит. Тут уже с элементами, ну, с изображениями животных много иллюстраций. Красивые, конечно. Трудно было выбрать. Их было много. Около 8 видов. Ну вот я остановилась на 3. Каждую вам уже не показываю, потому что это долго. Смотрите, какая милота. Прямо прелесть. Тут белочка, домики из грибочков. Но все показывать не буду, чтобы сохранить интригу. Так, давайте покажу, какие тут есть. Цветочные фантазии, чудеса света. Волшебство узора, магия природы, чарующие орнаменты, мандалы, царствие животных и в загадочном саду. То есть вот представлено здесь 7 и 8 всегда вот с этой стороны. Так, в загадочном саду у меня 2 одинаковых, потому что один на подарок. И еще чарующие орнаменты. Давайте я вам покажу. Это красиво, конечно. Просто бесподобно. Какое-то сказочное такое плетение орнаментов, цветов.
В магазине глаза разбежались. Трудно было выбрать. Вот так. Более яркие тут уже изображения в орнаментах. Если в прошлых книжках побледнее, ну как бы авторские вот эти вот зарисовки, то тут они более яркие, более сочные. Понравились, тоже оставим неизведанным некоторые странички, чтобы вам тоже хотелось купить и полистать. Вот такой интересный был у меня поход фикс прайс. Для меня он очень даже интересный. Ну, конечно, чай это не считается, но вот я рада, что застала вот эти антистрессы. С огромным удовольствием зимними вечерами можно проводить так время. Довольна, что я застала наконец-то книжку про Люсю Синицыну. Ну и для меня антистрессом является еще и вот это вот блокнот для создания гравюр. Так что будем гравюрничать еще. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, я была полезной. Всем до новых встреч и всем пока!